дорожка из цветов, извивается красная дорога среди зеленых трав, нарядная, как в раю. Прогулка станищей к Джамгарским прудам 8 октября 2011 года. Пройди, пройди. Будет даже интересно. Второй раз начитываю Верлибер. Надо внимательно следить, чтобы появился здесь красная надпись. Запись. После этого и говорить. Эх. Я сегодня целый день снимал блики солнца, которые то касались картины, то кончика краешка спинки стула, то краешка подоконника, то бросающий рисунок серый на ровную стену через занавеску. Чем же они меня так привлекали, эти солнечные блики? Они очень символичные, они символичные, подсознательные для человека. Они что-то много обещают. Впрочем, не только человеку, но и кошке или собаке. Это как жест руки приветственный, который много в себе таит романтического и неизвестного. Это-то и любопытно. Дорожка из цветов. Какая дорожка образовалась? Извивается красная дорога среди зеленых трав, нарядная, как в раю. Недаром этот человек что-то набрал в пакетах и присел именно в этом месте и начал сортировать свой урожай. Что выбрасывать, а что оставлять? А? Дорожка из цветов. Пройди, пройди. Вы даже начались. Интересные следы на асфальте. Как будто ручьи протекали от этого бордюра сюда. Но больно они уж углубляются в почву. Вода не могла прорубить на таком коротком расстоянии себе такую дорогу. Это ломом металлическим поддевали тяжелые плиты и тащили куда-то. Не жалко было испортить ровный асфальт. Не жалко было испортить это рабочим. Ненависть есть у человека некая, которую он выплескивает хотя бы вот так. Ненависть есть государственному, оно ничье, оно государственное. А государство все время его ведь облапошивало, обдирало.
Или государство все время третировало. Это нельзя, то нельзя. Кто ты такой? Не лезь. Это государственное. Вот они и гадят. И мстят. Подсознательно. Вот так вот. Где можно? Где можно, хуже все делают. Эх, надо долго это все искоренять, чтобы люди осознали, что если везде понемножку сделают как можно лучше, то лучше будет от этого всем и им, и их женам, и их детям, и их потомкам. О листьях какая прелесть! В автобусе я увлекся разглядыванием на контрасте. Фортка открытая была. Часть пейзажа была видна через стекла, а часть свободна. И так меня поразила эта ясность пространства, незакрытого стеклом, свежестью своей, что я подумал, что это надо разглядеть повнимательно, не пропустить. Куда ни посмотришь, везде празднично насыпаны осенние листья. Так цари разъезжали в каретах и по праздникам народ монетами осыпали щедрой горстью. Напоминает вход в театр или филармонию эта панорама. Здесь как бы парадная лестница, на которой все поднимаются и входят в зал, чтобы получить наслаждение. Какой солнечный берег противоположный. Здорово. Вот там придется возвращаться обратно. Здорово. Люблю я возвращаться по солнечному берегу. Смотри, там кто-то загорает. Танюша, смеясь, говорит. Или что он делает? Это про человека в плавках раздетого. Ну, может, даже купается, отвечаю. Бой с тенью отрабатывает человек. Разгорячится, а потом искупается, может быть. Запахи. Какой очаровательный пикничок там вдали с белыми красными табуретками. За столем. Смотрю направо. Вот откуда запах шашлыка такой сильный достигает ноздрей моих. Ну, а здесь детский сад. Группа мамаши сговорилась с детишками пойти поиграть на песочке. Милое зрелище. Ничего не скажешь. Вообще сегодня много удивительных зрелищ, поскольку сегодня суббота. Первый раз я вижу так много народа. Это мгновение будет запечатлено и лежать в каком-то альбоме. Лет через 5, через 10, и 20, и 30 будут листать и говорить: «А это где?» Это на Жамгарских прудах. Женщина фотографировала мужчину. Сплошная желтизна, что на этом, что на том берегу. Отражения немного смазаны, как будто художник сказал: не будем два раза повторять одно и то же. И это красиво. Действительно,
Но это было бы утомительное зрелище, если бы все эти листочки опять повторялись в воде. А рыбак-то с бородою, как настоящий, в картине какого-нибудь Перова. Ну вот и взял, и удочку заново забросил, чтобы было не скучно смотреть. Ух, какая красота! Лилово-розовые деревья отражаются с того берега. Дети подбрасывали листья, чтобы они падали еще раз, но их за это ругают и говорят: не надо. А они продолжают. Под крутым берегом. Вот где рыбаки все затаились. Рыбы играют. Довольно крупная рыба. Костер спорит по цвету с листьями. Кто желтее? Рыбак нанизывает наживку на удочку и дым сигареты. И надежды, что поймается все же чего-то. Красиво солнце выглядывает из-за леса, красиво повторяется, выглядывая из-за тростника. От того, что было много в парке детей, и самолет кажется не настоящим, а игрушечным. Кроме уток еще крысы гуляют. Иногда вон там я ее замечаю, у воды. Иногда вот здесь, на ступеньках, особенно ступеньки здесь какие-то заросшие, Танища говорит. А когда здесь слишком много столпится народа, разглядывая уток, которых нету сегодня почему-то, тогда крыса вот у того края моста ходит и смотрит, не насыпаны ли крошки внизу. Да, словно из фильма Тарковского, в воде даже не поймешь, чего что, детские игрушки, ух ты, какие-то аппараты с проводами, похоже на телефон. Нет, это не телефон. На базу телефона похоже. А там тоже какая-то хрень. Справа видишь, и рыбы плавают, Танечка говорит. Да, не захотела собака цивилизованным путем пить воду из ладони. А просто так, видимо, хлебать не решалась, так думал хозяин.
нашло солнце место романтическое для прогулок среди желтых лилий, которые, правда, уже посрывали. Торчат лишь одни отростки, как руки, поднятые вверх, ну, что держали цветы. Вертолет тупым головастиком, глупым головастиком торопится куда-то. Сизым дымом смотрятся голубоватые малиновые жакеты на компании, которая устроила под деревом пикник. То там, а то тут виднеются пикники на траве, как маленькие галактики в звездном небе. Ух, как красиво! Витиеватые облака солнце загородили. Как это похоже на виртуозную арабскую вязь. Так Азер Алиев мог что-нибудь виртуозно написать по-арабски. Вот они, утки, оказывается, где. Они огорчились от нашествия субботнего, утомились от общения с людьми и затихли посередине озера, дремлют. Ждут, не дождутся, когда пройдет еще воскресенье, а потом наступит уже понедельник, когда будет меньше народу. Впрочем, в воскресенье уже будет немного народа, поскольку обещают смену погоды, но не намного. Сегодня 20 градусов, а завтра вроде бы 10. В этом месте поворота, видимо, берега, и листья стали шуршать нам вдогонку чего-то. На этом повороте, видно, ветер гуляет по берегу. Ах, какой клевер! Не выдержал я и остановился. Обычно он красный, а здесь какой-то нежно-малиновый. Такой оттенок напоминает такие бывают тонкие румянцы на детских щеках. А женщина, чувствуя это, цветом таким часто и губы красит себе. И неосознанно он трогает и волнует мужчин. Красиво рука выходит и идет вдоль воды, а остальное трудно разглядеть из-за солнца. Солнце странно светит, а трехпалубный ресторан совершенно не освещен.
Ну, необъяснимая ситуация совершенно. Неужели такой рассеянный свет сквозь туманное небо, что он даже ресторан не задевает? А странно, почему вот здесь нет пикников? Здесь обычно много сидит. Потому что там реализовали эту идею, Танечка говорит, показывая на тот берег, где рядом со столиками сделали металлические приспособления для жарения мяса. Да нет, здесь обычно своя компания. Свои компании набираются, отвечаю. Да потому что поздно уже, она продолжает. А, вон какие-то люди сидят. Вот отраженное солнце наконец коснулось трехпалубного ресторана. Лиловые ромашки еще решил поснимать. Хотя камера говорит, что кончился заряд у нее что-либо снимать. И погасло. Thank you.